товарищи! Сегодня мы выезжаем! Тибет, поселок Олд-Тингри. 28 марта 2004 года. Третий день нашей экспедиции на пути к Эвересту с севера. И почти еще столько же необходимо проехать по Тибетскому Нагорью, чтобы достичь места базового лагеря. Мы — это сборная команда альпинистов России. И наша цель — подняться по новому маршруту на высочайшую вершину мира. Поехали! Не скучай, Паша! Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямая буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни. Пять дней по Тибету пролетели как песня. 30 марта. Перед нами высочайшая вершина господин Великий Эверест. Высота 5200 метров. Российская экспедиция первой приехала в район базового лагеря, доставив с собой несколько тонн снаряжения, специального оборудования и продуктов питания. Большую часть этого груза необходимо разобрать и распределить для дальнейшего подъема под северную стену Эвереста. А сегодня здесь, у языка ледника Ронгбук, будет установлен удобный базовый лагерь – Бейскэмп, в котором альпинистам предстоит отдыхать между этапами восхождения на протяжении всей экспедиции. Из базового лагеря отправился наш караван. 120 яков поднимут экспедиционный груз до высоты 5600 метров. Это их предел. Затем участники экспедиции вместе с тибетскими носильщиками забросят груз еще на 600 метров выше, под северную стену Эвереста. Апреля наша экспедиция установила второй передовой базовый лагерь ABC-2 под северной стеной Эвереста. Высота 6200 метров. Отсюда мы начнем восхождение по новому, еще никем не пройденному маршруту, по центру северной стены. А первое в истории отечественного альпинизма восхождение на Эверест состоялось весной 1982 года. Тогда сильнейшие альпинисты Советского Союза сделали первопроход на Эверест со стороны Непала. В составе легендарной сборной был и Николай Черный, старший тренер нашей команды. Я так думаю, что это сложнейший маршрут на сегодня по северной стене. Он проходит между двумя известными маршрутами, по двум кулуарам. Он идет прямо в лоб. Ну, в общем, его можно сравнить с маршрутом по юго-западной стене, которая еще советская команда прошла в 1982 году. То есть это тот маршрут, я считаю, на сегодня самый сложный из пройденных, может быть. Ну и этот такого же класса примерно. А какой из них сильнее, какой слабее, да, в общем, это и не важно. Четвертое апреля. Первая тройка вышла на северную стену Эвереста. В нашей экспедиции четыре высотные группы, которые постоянно будут менять друг друга. Впереди на сложной стене огромный объем работы. Восхождение началось. Пройдены первые метры. А до вершины по высоте еще 2,5 километра.
Второй передовой базовый лагерь на леднике Ронгбук. Палатка, кают-компания. Группа Кузнецова сегодня выходит на обработку маршрута. С утра легкий завтрак, горячий чай и воспоминания о домашнем тепле и уюте. Поскольку, будем откровенны, альпинистские будни весьма суровы. Поэтому, вспоминая прошедшие дни, я утром, каждое утро дома, с удовольствием залезаю в ванну. Потом обливаюсь холодной водой, по-настоящему душ такой мощный. Ну, уже организм проснулся. Все группы стараются выходить из ABC-2 как можно раньше. Во второй половине дня, когда солнце все сильнее прогревает стену, в нижней ее части становится камнеопасно. Восхождение продолжается. На маршруте глубокий снег меняется льдом и скалами. Налетают порывы сильного ветра, со склонов Эвереста метет снежную крупу. 16 апреля экспедиция достигла отметки 7000 метров. Уже чувствуется высота. И чем выше, тем сильнее ее сопротивление. В этом противостоянии нам помогает акклиматизация, которую мы получили в середине марта во время тренировочного сбора в горах Непала. Гора Амадаблан. Визитная карточка Непала. Высота вершины 6828 метров, на 2 километра ниже Эвереста. Первый этап нашей экспедиции начался с восхождения по классическому маршруту на Амадаблан. Он дал нам возможность получить предварительную акклиматизацию и подготовиться к работе на запредельных высотах. Пятнадцатого и 16 марта экспедиция тремя группами поднялась на вершину Амадаблан. Первый этап прошел успешно. Настроение на высоте. Первый этап отмучились. Сходили, потому что без акклиматизации было действительно тяжело. Начали 5300, 5600, 5800, 6200. Перед собой уставили, что надо было акклиматизироваться. Мне кажется, сделали. И не сильно устали. Вопросов никаких, очень все здорово. Все ребята работают на ура. И все супер просто. Спасибо. Это, наверное, 1/5 часть того, что еще предстоит нам сделать. Еще 5 таких амадабланов, как минимум, мне кажется. Прав Ильяс. Эверест по северной стене – это как минимум 5 амадабланов. В этом мы все больше убеждаемся с каждым днем. Но это не мешает нашему продвижению вверх. 17 апреля на высоте 7000 метров тройка Шабалина установила первую палатку на стене. Место для лагеря неудобное. На следующий день необходимо подняться выше и найти хорошее место для первого высотного лагеря. А сегодня ночевка здесь. Пусть комфорт и безопасность относительны, но палатка на стене – это больше, чем дом. Восемнадцатое апреля. Тройка Шабалина начала движение вверх с отметки 7000 метров. Утром мешают порывы ветра, несущие снежную пыль. Вышли на участок стены, где скалы залиты льдом. Организовали надежную страховку. Павел Шабалин поднимается первым. Помогают ледовые крючья. Страховочная веревка медленно движется вверх. За весь день
Провесили 4 перильные веревки. Но хорошее место для палатки первого высотного лагеря так и не удалось найти. Прогноз на ближайшую неделю обещают хороший. Впрочем, погода в районе Эвереста может измениться буквально за час. Вчера в базовом лагере выпал снег. К счастью, циклона в этом сезоне еще не было. И будет ли он, никто не знает. А сегодня с утра в бейс-кемпе мороз и солнце. Сегодня просто чудесный день. Группа Кузнецова поменяла тройку Шабалина и продолжает обработку маршрута на высоте выше 7000 метров. Такие кадры канал Евроньюз показал бы с пометкой «No comment». У нас же есть свой комментарий. 20 апреля четверке Кузнецова удалось найти место и установить палатку первого высотного лагеря на высоте 7150 метров. Для сегодняшнего дня характерно где-то с 10:30 начались камнепады. То есть камни полетели совершенно... невидимые, неожиданные, как пули со свистом. Ну, некоторые, конечно, и видели, особо крупные. Да. Приходилось уворачиваться, но, слава богу, серьезно никого не попало. Ну, один Глеб пострадал, по часам ему досталось. Смотрю на время, а здесь синяк. И вообще, ник-ник. Никакой культурной программы. Ну что есть. Прошло 33 дня с начала восхождения нашей команды. Работа идет непрерывно. Одна группа меняет другую. Удалось провесить 42 перильные веревки до высоты 7550 метров. Погода держится. Сегодня, 6 мая, четверка Кузнецова поднимает необходимое снаряжение для следующего лагеря. Их задача – сделать площадку и установить палатку второго высотного лагеря на отметке 7550. Классное место! Долго строили. Лагерь замечательный. На высоте примерно 7600 метров. А погода шикарная. Прямо таки, знаешь, рай какой-то горный. Фух, тепло. Хорошо. Голоса нет. Кое-как добрался до лагеря 7500. Все нормально. А что еще сказать? Дом построен, будем жить. А вот ты свистуй на шестерной, грамотно. Снимай. Какое у меня одухотворенное лицо, когда я сдаю. А вот ты свистуй на шестерной. С 4 апреля по 6 мая на северной стене Эвереста наша команда провесила 42 перильные веревки. 27 из них от начала стены до первого высотного лагеря на высоте 7150. И 15 веревок до второго лагеря на отметке 7550.
А с 7 по 11 мая пройдено еще 14 веревок и установлен третий лагерь на высоте 7800 метров. Мая тройка Шабалина поднялась в третий лагерь на 7800. Многие вершины уже под ногами. Сопротивление высоты нарастает. О боже, мне голова сейчас болит. Кушаем сыр, пьем чай. Бергамот, бергамот чай. Вы пили бергамот когда-нибудь? Дерьмо. А сыр ячий. Андрюх, ну куда ты... Андрей, это наш ледокол. Боже, посмотрите. Ледокол Ленин. Сегодня он... Охренеть. Проколол 27 веревок. Завтра утром мы пойдем дальше. Все выше и выше и выше. Ага. Хорошо. Ленин! Давай, давай. Павел Шабалин, Илья Стухватуллин и Андрей Мариев преодолели отметку 8000 метров. Они вышли первыми на верхний скальный бастион. Ключевой участок маршрута – сложные скалы плюс высота. Вечером 15 мая ребята спустились в третий высотный лагерь. За два дня работы на верхнем бастионе удалось провесить 10 сложных веревок до высоты 8260. Многие в команде после этого еще больше поверили в успех экспедиции. А сейчас силы тройки Шабалина на пределе. Им необходим спуск на отдых. Этот выход был ключевой для, как для нашей группы, потому что мы пересекали границу уже 8000, и ребята еще не знали, как себя будут вести на этой высоте. Ну, и я не знал, как я буду вести, потому что каждый раз это все по-новому. И мы удивляемся своим организмом, когда ты с утра пьешь чаек там с сахарком и работаешь целый день, вечером приходишь, тебе ничего не лезет, там кое-как пожуешь ты какие-то сухарики, печенюшки. Значит, у нас хватило сил, желания и веревок с кислородом, чтобы провесить вот этот серый пояс, значит, вершинной башни Эвереста. Да, мы пощупали, впервые в мире пощупали этот черный пояс, и прошли его по центру, никто этого до этого не делал, это радует и окрыляет. И дальше она видна, дорога-то. Скала стала более монолитная, то есть трещины хорошие пошли. Эта развалюха кончилась. Вот это вот, ну, как камень с души, что ли. Урал, Урал, Юра, ответь базе, ответь базе приема. База, Урал на приеме. Юра, я тебя слышу, но с трудом приема. Мы спускаемся вниз. С 15-й веревки. Идем вниз. Я понял. Юра, не принимаю тебя. Попробую там поправить станцию. У нас пурга, мокрый снег. Жумары стоят на месте, поэтому принимаю решение спускаться, как понял. И снега по колено. Да, дошли только до 18-й веревки, дальше жумары не идут, мокрый снег, как понял. Поняли, Юра, поняли. Видимость всего 20 метров. Одновременно с группой Ермачика решение о спуске принимает и четверка Кузнецова.
Циклон застал их на высоте 8300 метров, где они готовили площадку для 4-го высотного лагеря. Но плохая погода вмешалась и в их планы. Спускаться вниз и как можно быстрее. Все же, несмотря на досрочный спуск группы Кузнецова, их выход был успешным. За день до циклона, 19 мая, они прошли на верхнем бастионе 5 сложных веревок до высоты 8380 метров. И, в общем, все нормально началось. Погода была хорошая. Нам ребята говорили, что вообще можно предыдущая группа работать без кошек. Ну и так, собственно говоря, и началось, но только полдня. И когда мы пошли на обработку с следующего участка, начался снег, ветер. Но все равно мы проработали 5 веревок. У нас просто кончились веревки, и мы спустились вниз. С учетом того, что на следующий день опять пойдем обрабатывать, но снег повалил так сильно, что практически смело нас оттуда. Ну, в общем, в течение суток опять шел снег, и нам пришлось уйти вниз, переждать, потому что буквально за двое суток выпало снега, ну, чуть ли не по пояс местами. То есть работать вверх практически невозможно. Вот. И вот что будет дальше? Время у нас есть. Позволит ли погода соваться на Эверест в шторм, это равносильно гибели. Главное на высоте не торопиться, а вот выждать этот момент. Это не как не скалодром. Здесь очень много зависит от погоды. И тот, кто терпит, выжидает, тот и побеждает чаще. Третий день продолжается циклон в горах. На классическом маршруте с севера находятся альпинисты зарубежных экспедиций. 10 человек из них погибли. В эти дни в районе Эвереста выпало много снега. На высоте 6200 во втором российском передовом базовом лагере погода хуже не придумаешь. Видимость максимум 50 метров. Сегодня, 22-го, в ABC-2 поднялась тройка – Шабалин, Тухватуллин, Мариев. Они планируют выйти наверх 23-го или 24-го мая. А снег все сыпет и сыпет. Паша старается хоть немного поднять нам настроение. Он прав, альпинисту нельзя терять кураж и веру в себя. Даже в самой непростой ситуации. Ситуация для экспедиции действительно сложная. Скоро в горы придет муссон. Времени для восхождения остается все меньше и меньше. Но выход на стену тройки Шабалина возможен только при хорошей погоде. Вот завтра, послезавтра погоду. Вот ты не со своей тетрадки, вот не со своего этого листочка, на котором там Шакура рисовал. Это вчерашние, там позавчерашние прогнозы. А свежий прогноз на завтра, послезавтра, вот он есть или нет? Прием. Сегодняшний свежий прогноз. Два дня, идеальная погода, минимальная влажность и ветер 1-2, максимум 4 на высоте 8300. Что дальше, непонятно. Прием. Все понял, все понятно. Ворочился полночи. 5 часов утра, 24 мая. Второй передовой базовый лагерь. Группа Шабалина сегодня выходит наверх. Наступают решающие дни для всей экспедиции. Но ни слова об этом. Переживания должны оставаться внутри. Овсянка, да. Выбросите, Паша. Да. Что может быть полезнее с утра горячей овсяной каши и чая с молоком? Не правда ли? Настоящий английский завтрак, джентльмены. Впрочем, хватит фантазий.
Пора в дорогу уже. Ну вот, до свидания, скажи. Да, вот и приехали. Погоды пожелайте, а больше остальное у нас есть. А погода и удачи. Скажи что-нибудь для истории. Для истории? Нечего сказать для истории. История сама все скажет. На то история. Стараемся подняться. Пока больше ничего не хочу говорить. С утра особенно холодно. Это хорошо, значит, будет погода как минимум 2 дня, который дал прогноз. А группе Шабалина нужно 8 дней хорошей погоды, чтобы попытаться взойти на вершину. Времени до начала муссона осталось мало. Группа уходит наверх. Эверест весь белый. Отбушевавший циклон постарался. Сильные порывы ветра поднимают снежную пыль. Тяжелая работа досталась группе Шабалина. Уже пройденный участок маршрута приходится преодолевать будто заново. Перильные веревки надо с силой выдергивать из-под снега. В подсознании закрадывается мысль. Можно повернуть вниз, и никто не осудит. Но это лишь минутная слабость. Они пришли сюда, чтобы вместе с командой проложить новый российский маршрут. И только движение вверх, шаг за шагом и метр за метром. Во время циклона снег засыпал наши высотные лагеря. Приходится тратить дополнительные силы, чтобы их откопать и заменить сломанные стойки палаток. Главное, наши высотные дома не порваны и пригодны для жизни. ...26 мая тройка Шабалина вновь поднялась в 3-й высотный лагерь. Пацаны, вы на какой высоте хоть находитесь? Расскажите, пожалуйста. Где-то мы на границе находимся. Мы выше облаков, но ниже вершины еще. Пингвин. Не, погоди, как он? Не пингвин, как его? Лес. Заяц мы решили, да? Вообще это утконос, но замаскированный под зайца. А сколько уж? Он полностью акклиматизировался тут за 2 недели, если не больше. Завтра он пойдет с нами, будет показывать нам дорогу. Шабалин, Паша, ответь базе приема. На связи. Паша, привет. Что у вас там нового? Ветер? Ветра нет сейчас, нормально все. Лежим, разлагаемся. У нас санаторий, сауна. Вслед за тройкой Шабалина 26 мая из 2-го передового базового лагеря наверх выходят Петр Кузнецов, Евгений Виноградский и Глеб Соколов. Глеб, что у тебя на душе? Беспокойство. Высокая гора. Много сделано. Осталось самое трудное. Хочется на нее залезть. Очень. И тогда будет пройден этот маршрут по северной стене. ...27 мая из 3-го лагеря тройка Шабалина поднялась по заранее провешенным перилам на 8300, где поставила палатку 4-го лагеря. 28-го прошла по перилам группы Кузнецова до 8380 метров и провесила выше 2 веревки до высоты 8450.
Затем тройка оторвалась от перил и вышла на 8600, где поставила палатку пятого лагеря. 29-го ребята искали вариант прохождения второй ступени. И на следующий день, пройдя по канту ступени, они вышли на предвершинную башню. В 10 часов утра, 30 мая, Павел Шабалин, Андрей Мариев и Илья Стухватуллин достигли вершины Эвереста. Паша Шабалина, ответьте базе, ответьте базе. Вы находитесь на вершине, прием. Да, 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 база, мы находимся на вершине. Ладно, все нормально, музыкантам привет. Принято, принято, вы на вершине, мужики, поздравляем, будьте аккуратнее на спуске. Поздравляем, мужики, и будьте аккуратнее на спуске. База находится постоянно на приеме, постоянно на приеме. Давайте искать. Российской команде, первой в мире, удалось подняться на высочайшую вершину по центру Северной стены, между кулуарами Нортона и Хорнбайна. Наш первопроход стал 16-м за всю историю покорения Эвереста. Знаменательное для всей нашей команды событие произошло в великий православный праздник – День Святой Троицы. Известие об успешном восхождении тройки Шабалина застало группу Кузнецова на высоте 8400 метров. Ребята, окрыленные успехом товарищей, продолжают подъем к вершине. К вечеру 30 мая Кузнецов, Соколов и Виноградский поднялись к палатке 5-го высотного лагеря, которую установила тройка Шабалина несколько дней назад, здесь, на высоте 8600. Холодно! Рассвет в Гималаях. 31 мая. Первые лучи солнца осветили северную стену Эвереста. До вершины всего несколько часов, если погода не преподнесет очередной неприятный сюрприз. Но пока нет ни малейшего повода думать об этом. Утро как на заказ. Долгожданное утро. Мы идем к вершине Эвереста, чтобы завершить наш уникальный маршрут по северной стене. Высота 8700 приблизительно, 750. Часов 15 минут. Есть касание.
под ногами самый высокий в мире пьедестал, который так хочется разделить с друзьями. Для Глеба Соколова это первое успешное восхождение на Эверест. Для Евгения Виноградского уже пятое, а для Петра Кузнецова второе. Но сегодняшний выход на вершину особый. Это первопроход. Витя, просьба! Позвонить всем! Позвонить всем! Пусть Сережа Бычковский сейчас позвонит моей жене и передаст привет. Скажет, что я сейчас на вершине стою. Но мы пока на приеме. Мы все троем, да? Мы все троем. Все нормально. 1 июня 2004 года на вершину поднялись еще двое альпинистов – Виктор Володин и Виктор Бабок. Всего по новому маршруту на Эверест взошло 8 российских восходителей. Сборная команда России подтвердила высокий класс школы советского альпинизма. Наконец-то свершилось. Центр северной стены пика Эверест взят русской командой российской. Взошло 3 группы, в общем количестве 8 человек. Сейчас наши товарищи, двойка, еще спускается с Нордкула, с северного седла. Но это уже факт, что 8 человек взошли на вершину. Я люблю сейчас эту гору, все, она стала мне родной. И этот маршрут, ну, мне нравится. Я просто полюбил эту гору, эту стену. Вот, и... А оценку давать, это уже дело других, наверное. Мне так кажется.